В рамках губернаторской программы фонд капитального ремонта Московской области продолжает проводить работы в жилых домах Ленинского района. На этот раз мы побывали в поселке Измайлово. Здесь, в доме номер один, работы практически завершены. В районной администрации был создан надзорный орган при управляющей компании, которая наблюдает за ходом проведения ремонта. На данном доме проводился капитальный ремонт фасада. Был начат в 2016 году. Подрядчик, как выяснилось позже, был недобросовестный, очень было очень много замечаний. И в апреле месяце, когда мы прошли по всем домам и собрали от жителей замечания, было принято решение о том, чтобы обязать генерального подрядчика по «Кострой» полностью переделать 100% фасад. На доме были проведены работы технологии мокрого фасада, и вся поверхность здания обработана фактурной штукатуркой. Также полностью заменена газовая наружная разводка и планируется замена инженерных систем. Стоит отметить, что работы фондом капитального ремонта всегда ведутся комплексно. Для того, чтобы дом попал в программу, жители должны провести собрание, составить протокол о решении и далее отправить его в управляющую компанию. То, как дом выглядит сейчас по сравнению с тем, что было, в общем, короче, замечательно. Это сказка, да. Наконец-то исправили, слава богу, услышали наши просьбы и видели, наверное, наши фотографии, потому что мы посылали туда все эти сведения. И все-таки пришли, вот переделали. В целом жители дома довольны изменениями, а окончание работ ожидается в ближайшем будущем. Есть замечания по установке отливов. Но они как бы индивидуальные, и подрядчик на данный момент еще работы не сдал, и все наши замечания устраняет. Дом планируется сдать уже в сентябре.